Очередь, я сказал. Ты куда без очереди лезешь? Патроны кончились. Какое зажигание нафиг? Всех с Новым годом. Меня зовут Дмитрий, канал UFO Play, и мы продолжаем Dead Space. В прошлом видео мы заправили наш корабль, на котором сейчас находимся, запустили гироскоп, и сейчас нам нужно запустить двигатели, чтобы наш корабль не упал, потому что он медленно, но верно падает на планету, которую уже начал добывать. Так что поехали. Что у нас с инвентарем? Места под стазис нет. Печалька. Ладно, потом еще вернусь. Идем запускать наши двигатели. О, картина маслом. Вы тут что делаете? В таком-то количестве. Заметили! Что ты делаешь? И куда вы все разбежались? Я что, зря на вас патроны тратил? Не зря. На пулемет это не мое. Надо его выложить при первой же возможности. А ты кто такой? Да ладно. Уйди, мелочь. А, патроны. Они ж меня загрызут. Что, все? Или еще кто-то есть? Хм, какая интересная звездочка. А что, если я возьму ее с собой? Может быть, она мне пригодится? Угу, нам туда. Значит, на разведку пойдем в противоположном направлении. Здесь мы были. Силовой узел. И вот мне уже начинает казаться, что пора нам улучшать наш костюм. Потому что слишком мало здоровья. Из тебя еще что-то выпало, и на это что-то нет места. Хорошо, сейчас освободим. А чертежей же набрал.
топливо, труборез, батарея. Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. Работа пошла. И судя по звукам... Что, не получилось? Ну ладно. А? Бежать? С ёбушкой? Окружают демоны. Уйди! Ну за что вы так со мной? Ладно. Вторая попытка. Что вы серьезно? Даже как-то обидно. Всем лежать. Ага, не успели выползти. Вот так вот тебе. Как же мало места в инвентаре, а? Мне нужен другой костюм. Вначале мы немножко подготовимся. Аптечка, хорошо. Это все я потом пособираю. Я тут заметил такую штуку. Целых 3 взрывоопасных бочонка. А таймер я включил? Нет, не включил, я молодец. А если здесь 3 бочонка, значит, надо будет взрывать. А это значит, все не так уж и плохо. Активирована фаза зажигания. Ну что, выходи по одному. Пожалуйста, ждите. Выходи, говорю! Упс. Вот это сейчас было обидно. Подготовился, называется.
Ладно, не ложись. Взрывоопасные предметы рядом друг с другом. Да что ж ты инвентарь-то открываешь? Пулемет возьми. В нем целый один патрон. Ладно. Аптечек у меня много. Главное, чтобы насмерть не загрызли. Отстаньте! Отстаньте! Где там наш силовой узел валяется? Так, на этот раз пораскладываем все подальше. Друг от дружки. И самое главное, все поперезаряжать. Это положим куда-нибудь сюда. И вперед. Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. Выходи, я не боюсь. Бежим, бежим. Они еще плюются. Очередь. Очередь, я сказал. Ты куда без очереди лезешь? Патроны кончились! Мое зажигание нафиг! Патронов дайте! Зажигание им подтверждать, извините. Патроны, патроны дайте. Молодцы, хорошо. Хорошая игра дает патрошки. А, я сделал это. Я отбился.
подчинена, вернее запущена. Запуск двигателей. Денежка. И что дальше? Отлично. Все системы работают. Наконец-то хорошие новости. Айзек, найди вагонетку. Я выведу нас на геостационар. Погоди, рано еще расслабляться. При смене орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет на части. Черт побери. Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Хорошо, идем на мостик. На всякий случай сейвимся. Аптечку некуда положить. Обидно. Да уйди ты, аптечка. Нехорошая. Да дайте же мне патроны забрать. Они важнее, чем аптечка. По крайней мере... А, это моя тень была. По крайней мере, сейчас. Айзек, где ты? Это я, Николь. Супруга? Неужели все-таки живая? Помню, здесь кто-то был. Одной твари мы щупальца оторвали, а вот вторая где-то бегает, сволочь. И быстрая такая, главное. Кто там? Тут же не было никого. Ты откуда взялся? В магазин, наконец-то. Наконец-то все эти чертежи уйдут. Труборез. Хочу труборез. Винтовка нафиг. Она мне не нужна. Слишком уж я из нее плохо стреляю. Хочу труборез. Труборез — классная штука. А зачем я топливо для огнемета купил, когда мне нужно лезвие для трубореза? Проводники продаем.
Это денежка наша? Силовой узел. Раз, силовой узел. Два. Пригодится. И еще пару лезвий. А мне не туда. Скоро затестим мой новый труборез. Поздравляю, глава 3 завершена. Мы откорректировали орбиту Ишимуры. Сейчас будем от астероидов отбиваться. Айзек, твою мать! Заходи. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Кендра, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Просмотри корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Про обелиск? Я ничего о нем не знаю. Он упоминался в записях капитана, они притащили его с планеты. Ну и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиск инопланетного происхождения, но я не знаю, что это. Серьезно? Айс, Хэммонд что-то скрывает. Не верь ему. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу просто поверь, что я ничего не знаю. Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана, позже поговорим. Конец связи. Да уж, скорее бы... Айзек сменил свой рингтон. Слишком уж звонки страшные. Твою! Что, опять тентакля? Уйди! Кто там такой? Сейчас я тебя подровняю. Ого, красота-то какая. Большое открытое пространство. Чую некроморфов, сейчас как полезут из всех щелей. А ну выходи, выходи, я не боюсь. Выходи, говорю. Внимание, зафиксирован пробой. Айзек, попадание в мостик рядом с тобой, но герметичность не нарушена. Система жизнеобеспечения стабилизирована. Хорошо. Заставь чертовы пушки работать. Хорошо, что здесь никого не было. Костюм 3-го уровня, ну наконец-то. Расширение инвентаря. Айзек, черт, ты напугал меня. От этого места мурашки. У нас только что влетел гребаный стрелок. У меня от тебя мурашки. Слушай, я знаю, Кендра не доверяет мне, но... Я действительно ничего не знаю ни об обелиске, ни о другой чертовщине. Мы должны были провести простой ремонт и все. Вот это каша. Система метеоритной защиты. Я могу починить платы, но с основным питанием проблема.
Ты должен будешь вручную перебросить питание минимум от 3 распределительных щитов, чтобы энергии хватило для главного орудия. Но сначала надо запустить служебные лифты службы безопасности мостика. Они подвезут нас к щитам. Слушай, Айзек, будь осторожен. Я там что-то видел, не знаю что. Видел краем глаза. Но это было огромным. Просто гигантским. А я видел не краем глаза. Оно меня чуть за ногу не схватило. Когда я с этим огромным повстречал. Все. Так. Черт. Назад! Я думал, она сдохла, когда я запечатал капсулу. Эти штуки не просто убить. Что такое? Какие там штуки? А, тут в этой капсуле кто-то есть. Помню, помню. Было сказано, что кого-то запечатали. Мне бы сейчас зарядка стазиса не помешала. От слова совсем. Ну что ж, друзья, на этом мы завершим данное видео, поэтому подписывайтесь. Ставьте лайки, комментируйте, критикуйте, предлагайте. Еще раз всех с Новым годом. Всем пока!